я Ольга со своим реальным обзором. И давайте сразу разберемся, что у нас на носу. На носу у нас праздники, мои хорошие. Глазом не успеем моргнуть, как сразу же придет Новый год, всякие Рождество и тому подобное. И сегодняшний обзор я посвящаю, опять же, Гудие Боксу и его рождественской коробке, не адвент, календарю, который он выпускал в прошлом году, большой, красивущий, он у меня тоже был, но так как я еще ничего не снимала, обзор сделать не могу. У него выходила в прошлом году вот такая коробочка красивая на Крисмас. Такая вот вся с бантом, совсем. Но я ее к Новому году не покупала, не рассматривала, потому что мне был заказан большой адвент-календарь. А этот красавец я купила. Вот он со всех сторон такой классненький. Я его купила где-то в марте. И когда он уже стоил 40 евро. А перед Новым годом он стоил 60. Вот, поэтому я считаю, что я хорошо вложилась в марте месяце, и, конечно же, он у меня стоял в какой-то кладовке, я, естественно, немножко подзабыла, память девичья. Ну вот, пришло время разбирать, скоро ведь Новый год, да? Почему нет? Практически. Открываем этот бантик, мы развязываем. Вот так он открывается, опять детям радость, такая коробка красивая. Здесь немножко сейчас придется пошелестеть. Был вот такой, все было практически полноразмеры. Сейчас будем разбирать, я быстренько вам скажу, что здесь было, в какую цену, выгодно, невыгодно, рассматривать такие коробушечки или не рассматривать, конечно, рассматриваем. Давайте начнем, пойдем. Я тут выписала цены на сегодняшний день, прям вот на сегодняшний, естественно, уже что-то со скидками, поэтому я писала скидочные цены и узнаем цену. Первое, что мы достаем, давайте посмотрим. Вот такая маска угольная, с бамбука, вот этот уголь фирмы Origins, вот очищающая, классная маска американская. Так, она у нас стоит, бамбук с Америки она у нас идет, и стоит она 20, где-то 20 евро, где-то 25 в основном. Стоило дороже, но сейчас вот скидки опять получились. Я пишу по маленькой цене. Полный размер, сколько здесь у нас? 75 миллилитров. Всегда хорошая вещь. Так, в сторонку. Дальше у нас идет тушь. Пожалуйста, Clinical. Вот такая целиковая. Полный размер у нее. Это считается не водостойкая, а стойкая тушь. Написано, что может до 24 часов целиковая. Что вот там ей не страшны ни слезы, ни снег, ни дождь, ничего. Что хочу сказать про эту тушь. Этой тушью я одно время, сколько-то там лет назад, пользовалась на протяжении 2 или 3 лет. И это была одна моя из любимейших тушек. Ну, у меня еще сейчас вот есть такая малышка, от нее вам покажу щеточку. Щеточки, как правило, даже в малышках один в один, как и в больших. Вот с такой щеточкой, классный, пахнет изумительно, естественно, гипоаллергенная она. Естественно, это же клиника, он же не будет нас обманывать. Так, сделана она где? В Канаде. И стоит она 28 евро. Не вот эта малышка, а большая, которая была. Я просто ее не буду открывать. Что хочу сказать. Если она вдруг кому-то не понравилась, кто ее пробовал, я вас прошу обратить внимание, где она была приобретена. Когда я пользовалась ею 2 или 3 года, я покупала ее только в Финляндии, да, в магазинах. Но потом куда-то мы поехали. В Россию, что ли, или что это как-то давненько было. И в одном из магазинов, Ривгош или Литуаль, я сейчас не буду путать, там это было очень давно. Думаю, ну куплю там эту тушь. Тем более цена такая дешевле, чем у нас в Финляндии. Я была очень рада. Я ее схватила. И к моему разочарованию, это была совсем другая тушь. Запах другой, она по-другому красила, она вся какая-то в комках, была полная какашка, простите за выражение. Вот,
Естественно, пришлось покупать новую уже здесь, потому что той просто было невозможно пользоваться. И такая же у меня ерунда произошла, когда я покупала то ли в Эстонии, но в самом уже городе, где-то в Таллине, в одном из магазинов. Она была идентичная такая, как была в России. Она не была той, которая здесь. Поэтому такой вам совет, если вы ее хотите приобрести, или попробуйте это сделать на duty free или tax free, где это, ну, в аэропортах где-нибудь, или на корабле, или еще что-то. Тем более там цены более такие демократичные, и качество, я вас уверяю, будет другое. Не знаю, на что это влияет, но я два раза с этим сталкивалась, и поэтому, если кто-то вот вдруг в России говорит, что это так себе тушь, это неправда. Тушь – это замечательная любимка. Так, дальше, все, идем дальше. Там был еще в коробочке вот такой крем Avant. Так, с чем он? Гиалуроник, витамин С, лецитин, Марис Аква, жожоба масло. Это я таких уже использовала два крема. Это полноразмер. Почему я заказала эту коробку? Это только из-за этого крема. Таких уже было у меня два. Что, он мне нравится. Стоит он 110 евро. Так, сделан он у нас в Англии. И обычно, если покупать на сайтах, сайта Avant, такой крем идет в стеклянной баночке. Ну, все там тяжеленькое, все красивое. Но так как в рассылке, вот они тоже предлагают эти продукты, это идет в пластиковых штучках. Полный размер, 50 миллилитров. Но такие даже удобнее, чем какое-то стекло. Оно будет просто стоять ни туда и ни сюда. Ну, если сказать, что этот крем хороший, это ничего не сказать. Этот крем просто шикарный, обалденный. Он делает просто чудеса, особенно когда его намазываешь. Помимо того, что у него запах просто превосходный. Вот он такой вот голубенький. Ой, какой запах. Такой может быть только у дорогого крема. У них такие одушки ненавязчивые. И мало того, что это... Ой, смотрите. Все растягивается хорошо. Что он делает? Все делает. И омолаживает, и витамин С, все, что хотите, и маслица. Но я его, конечно, люблю осенью, зимой и ранней весной использовать, потому что вот он справляется со всеми проблемами на ура. Шикардючий крем. Виновник того, что я купила эту коробку. Так, что мы дальше видим? Так, я говорила, что он сделан где у нас? В Англии, да? Говорила. Дальше у нас идет. Давайте вот так сделаем. Почему-то лежал вот такой тан. Ну, чтобы загорелой быть всякой. Это тоже американская какая-то штучка. Я их не люблю. Ну, раз положили, пусть будет. Опять отдам. Самое интересное, что когда я смотрела цены, вообще даже есть где-то за 53 евро. Ну, конечно, я покопалась и нашла за 25, эту бутылку, точно, да, в такой же, в 100 миллилитров, что за 53 100 миллилитров, что за 25, все одно и то же. Все, брызгаемся, это можно для лица, тела, все быстро высыхает, и вы все красивые, загорелые, без разжены, но он без SPF, без, то бишь, после него еще надо намазать SPF, если это летом дело. Ладно, отдадим кому-нибудь. Бог с ним. Но в цену пойдет. Потом, вот такая здоровая банка от Hair Last антифриз. Ну, это чтобы не пушились волосы, у кого это бесит, у кого кудряшки, кучеряшки, когда хочется, чтобы все было прямое, как вот это. Перед мытьем головы на сухие волосы на 10 минут. И смыть потом шампунем всем на свете. Будет вам счастье. Но, ой, вот такое оно вкусное, красивое. Посмотрите, какой желтый, прозрачный. Очень много здесь всяких масел. Видимо, они выпрямляют волосы, кому интересно. Так, ну я еще ее, конечно, не пробовала. Так, она стоит 33 евро. Это сейчас она стоит 33 евро. Сделана в Дании. Полный размер. Но мы сейчас не качество и...
Что обсуждаем? А цены и количество, и наполнение. Потом здесь был вот такой. Ой, что за фирма? Paisley Mortar какой-то. Это церум. Чистый гиалуроновый церум. В общем, чистая гиалуронка здесь. Здесь, конечно, всего 7 мл. В такой ампуле. Ну, удобно с собой брать, как я люблю говорить, куда-то быстренько на ночевку к подружке или в дорожку можно зацепить. Интересная такая пластиковая штучка, что точно не разобьется. Чистый гиалурон, всегда красота. 30 мл стоит 53 или сколько-то евро, но эти 7 мл я высчитала, где-то у меня стоит... Так, сколько у меня, что у меня получилось? 14 евро. Это из Германии. Штучка у нас такая классная. Церумы всегда нужны, все хорошо. И последнее, что мы здесь находим, полный размер от Жаргоби. Какая-то фирма, не какая-то фирма, фирма очень хорошая, выпускает такие достойные продукты за демократичные цены. Мицеллярочка, вот такая здоровенная, она вся веганская, вся с гиалуроном, вся совсем. Мицеллярка тоже всем нужна. Она стоит 20 евро, но сейчас ее можно найти за 15 евро. И что мы... Ой, простите. Что мы имеем? Мы имеем... Так, коробочку мы говорили. Пока-пока. Goodbye. Имеем мы то, что наполнение у нас получилось по всем скромным подсчетам, за вычетом всех вот этих скидок, что вот все дешево. Ну, сейчас можно взять подешевле. Даже сейчас это наполнение 250 евро. Да, слушайтесь, окуплено за 40. Практически все полноразмер, кроме церума. Давайте делать выводы. Мои хорошие, давайте вы не будете пропускать эти праздники, эти предложения. Это всегда радостно и себе, или в подарок, мало ли у кого-то день рождения, или еще что-то. Мониторить, пожалуйста. Вот именно это от Goodie Box. Ну, можно, конечно, и другие какие-то бренды посмотреть, которые выпускают коробочки различные к тому или иному празднику, чему-то посвящены. Пожалуйста, не пропускайте. Радуйте себя и своих близких. Ну, на этом я буду заканчивать свой обзор. Всех вас целую. Мира вам, добра. Увидимся в следующем видео.